Психоневрологические интернаты входят в общую систему психиатрической помощи и одновременно являются учреждениями социальной защиты населения. Здесь особые организации быта, свои нормы и правила жизни. Кумертауский интернат – это одно из самых крупных учреждений данного типа в Республике Башкортостан, которое относится к медико-социальному учреждению, где находятся женщины пожилого возраста старше 55 лет и инвалиды женского пола старше 18 лет с психическими нарушениями и ограниченными способностями. Сюда направляют людей, которые по своему психическому состоянию не способны жить в семье, в обществе. Они не могут себя обслуживать, не могут полноценно общаться. Здесь практически не существует понятия «выписка». Находящиеся в ПНИ опекаемые не лечатся, а фактически проживают. Поэтому с людьми данной категории проводится большая работа со стороны всего персонала учреждения. Основные задачи перед данным учреждением, я бы выделил их три. Это первое – материально-бытовое обеспечение. Самой главной задачей – это формирование условий, близких к домашним. Потому что фактически для клиентов нашего учреждения – это их дом, где они прописаны, где они живут. Ну и также соответствующий психологический микроклимат. Для реабилитации клиентов применяются различные формы и методы работы. Это и организация культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию. Чтобы выявить способности и возможности клиента, с ними проводятся различные тренинги и диагностика. У нас многие клиенты танцуют хорошо, многие рисуют очень хорошо, вяжут и крючком, и спицами, и апплицируют, и конструируют из природного материала, из бросового материала. В общем, очень одаренные есть клиенты. Предоставляется клиентам учреждение медицинское обслуживание. Для этого здесь имеется перевязочный пункт, процедурный кабинет, своя лаборатория для исследования анализов. На прием к врачам узкой специализации в городскую поликлинику больных сопровождают фельдшеры. Они же оформляют документы по лекарственному обеспечению для инвалидов. Все наши 573 клиента состоят на учете у психиатров в городе Кумертау. И психиатры приезжают сюда, либо мы возим больных, они осматривают, назначают лечение, то есть выписывают лекарства. Мы эти рецепты доводим до аптеки. С аптеки лекарства получаем, привозим сюда, ну и сдаем в нашу аптеку. Клиенты учреждения нуждаются в постоянном уходе и наблюдении. С ними работают 64 медсестры и более 180 младшего медперсонала. Несомненно, их работа требует терпения и внимательного отношения к опекаемым. Игуль Мухаметшина, Владимир Прищепа, Новости.